Этот мир переполнен шумом. Звуки, которые влекут тебя. Тысячи голосов вокруг пытаются занять свободное место в твоем сердце. Каждый хочет подтолкнуть тебя в своем направлении. И ты теряешься. Путаешься в этом круговороте информации. Куда идти? Кто прав? Друзья, родители, интернет? Как найти свой путь в этих бетонных джунглях? Как понять, какая твоя дорога в жизни? Хочется уйти, убежать, скрыться от назойливых криков. Закутаться в тишину, чтобы услышать самого себя. Поверить внутреннему голосу, который подсказывает, что можно жить по-другому. Можно забыть неудачи, можно дышать полной грудью. Этот голос скажет тебе, что по-настоящему важно, а что нет. Это шепот самого Бога, твоего Творца, который знает, что сделает тебя по-настоящему счастливым. Поэтому, оставшись в тишине, задай ему вопрос, который пульсирует в твоем сердце с самого рождения. Бог, для чего я живу в этом мире?